утренний завтрак на природе с детским перекусом. Очень удобная упаковка. Это вот такой вот батончик. Клубника, банан, молочный шоколад. Воздушный рис. Нормальной такой консистенции. Мягкий. Прям совсем немного молочного шоколада. Но для того, чтобы перекусить, хватает. Конечно, это очень лайтово, потому что для Жора Бжорыча слишком мало. Тут всего лишь навсего 100 килокалорий. И добиваются они за счет сухофруктов. Так что, кто любит перекусить на природе, подписываемся на канал, оставляем лайки своим, комментарии. Всем пока!